Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Бравл Старс. Ну что ж, братишка, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Уже все, просто все летсплейщики, блин, ютуберы, все как один выбили Би. Вот каждый, просто каждый. А также у нас, смотри, Морти Старра, так... А, скоро появятся новые бойцы, смотри, нифига себе. Макс, появится через 18 часов, Нифига себе, это просто прикол. Давай его испытаем. Макс невероятно... А, Макс, это она. Невероятно быстро она стреляет из скорострельного бластера, и ее супер ускоряет ее саму и товарищей по команде. И мы ее можем испытать, да, пацаны? И почему-то мне написали, что вроде как из-за нее вылетала игрушка, поэтому вырезали. Итак, давай посмотрим. Вау, прикольно, прикольно. Сейчас мы супер ее, конечно же, испытаем. Так. Нифига себе! И у ней, кстати, заметь, 4. То есть не 3, как у всех, а 4 аж. Она прям, знаешь, такой плотненький огонь ведет, и это круто. Слушай, довольно прикольно. Да, можно будет вот так вот. Прикольно, прикольно. Ну ладно. Хорошо, друзья, чё ее испытывать? Господи, мифический, серьезно? Ну, в общем, все в основном вывели Беа. В общем, она эпический, эпики, как ты знаешь, я выбил. У меня 2 мифических, ну, уже скоро 3 будет мифических. Ни одной леги у меня ничего нету. В общем, давай смотреть. У нас, кстати, лучший подарок. Новая какая-то, смотри, большая игра «Погром» будет. 5 игроков пытаются одолеть мегабойца. Так, понятненько. Мы с тобой получаем еще один боксик. Сегодня мы, друзья, если ты не знал, будем открывать. Блин, надеюсь, реально что-нибудь выбьем. Так, заметь, у нас подарок к празднику, еще большой подарок. Я, конечно же, друзья, вот хопа на превьюшку тоже поставлю, это очень важно. Удвоитель жетонов. У меня, по-моему, этого удвоителя, блин, ну пипец сколько. Пират Пока, он мне очень нравится, друзья. Вот если честно, из всех Пират Пока прям... Муа. Тренировочная пещера. Но... Блин, смотри, как прикольно, пацаны. Вау! Ну ты заметил, да, все поменялось? Ну блин, он довольно прикольно, конечно, на венике этом играет. Палуба чистит, все дела. Блин. Но я, друзья, если честно, даже не знаю, на что я гемы сейчас пока коплю. Честно, даже не знаю. То есть, как бы, то и коплю их, то еще. То ли действительно стоит, например, Санта Майка надо, блин, друзья. Даже не знаю, видишь, праздничный скин. То есть можно как бы его, Нита, притом, смотри, какая дорогая. А почему? Да потому что Миша, смотри, типа олень. Вот даже не знаю, 20 дней. Ну, 20 дней, в принципе, есть. То есть неплохо, неплохо. Так, короче, чуваки, хорош трындеть. Мы с тобой сейчас пойдем поиграем в кражу подарков. У меня чуть-чуть там... Арррр! Итак, кража подарков, захватите. Ой, блин, будет немного тяжело, пацаны. Но ничего, у нас Хабиб у нас в команде. Хабиб, Амир, красавчики. Красавчики просто, братья, давай. Все, вперед. Вперед, пацаны, я думаю, мы их прижмем сейчас. Так, геймер. Так, ладно, прижимают нас, пацаны-то, блин, а? Ну ничего, Хабиб вырывается. Хабиб, я тебе помогу, братиш. Ай, черт. Давай, Хабиб, красавчик. На прогиб. Ой, Амир. Хабиб, Амир, что ж вы... Братишки-то творите-то. Так, ну ладно, мы геймера там прижимаем. Но проблема в том, что когда нас прижимают, это уже, не знаю, процентов 40 всего успеха. Не, ну это серьезно. Ой ты, братиш, ты зря это сделал. Есть, ладно, мы его хлопнули, но... Хабиб, красавчик, вынес подарочек, молодец. Молодец! Не подвел нашу Тиму. Так. Тихо, братан, стой!
Оп. Все, чпокну его. Не, Хабиб, конечно, рулит тут. Так, я немного их там чуть-чуть подкоцнул. Может, что получится. Ой, это плохо, когда мы пушку вот так вот. Так, Хабиб чисто защищает. Все, он уже понял, что мы тут навряд ли что-то сделаем. Так. Есть. 40 секунд у нас. Ну, это прикольно, на самом деле. Есть, хлопнули, хлопнули, хлопнули. Так, дефаем. Дефаем, 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 дефаем. Красава. Блин, вот надо научиться мне использовать этот хук. Серьезно, потому что видишь, что, блин, творится. Я ж реально нифига не могу. Так, двое, 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 вдвое. Блин, Хабиба прижима. Черт, 7, 6, 5, 4, 3. Соснул тунца. Победа. Молодцы, молодцы, на жопу. Ну, блин, чувак, нифига у них там силы. Ты видел? Победа. Еще же тон. Правда, они все уже выходят. Окей, ребят, я понял, я все понял. Так. У нас уже 9 боксов. Мы должны сегодня по любасу. Так, может, мы кого-нибудь пригласим, чуваки? Так. Во, дедос. Давай, братиш, пригоняй. Пригоняй, отлично. Вот такие вот мы веселенькие. Итак, давай посмотрим, кто у него есть. Самое прикольное, что в чате теперь вот такая эмодзи появились, и это круто. Так, мы пока не забираем. Мы пока не забираем, ребята. Посмотрим наш шанс. Первым делом. Первым делом я посмотрю сейчас шанс. Большой ящик. Ну, шанс, ну, такой на Лего вообще прям отвратительный, честно скажу. Так, кража подарков. Давай с ним попробуем, реально. Так, у него 230, сила 7. Сила 7. Откуда у вас такая сила? Офигеть. У меня на Джина 1 единица, блин. Понятное дело, что у меня пердоле. Курва, цепердоле. Блэд фараон. Фара. Так, ну давайте, ладно. Я думаю, мы справимся. Должны справиться, ребятки. Ребята, давайте. Ох, блин, ну я пернул, конечно, нехило так. Так. Дедос, вперед. Ох, к сожалению, наших... Ой-ой-ой-ой-ой. Опять прижимают. Это может плохо опять закончиться. Так, Тару я забираю. Так, фараончик, давай-давай, красавчик. Отдефались, отдефались, уже видно, отдефались. Все, вперед, вперед, ребята. Ай, пираты. На абордаж. Оп. Красава! Дедос, отлично, работаем в паре. Но ты не успеешь забрать подарок. Лучший мой подарочек, это я. Там кракен, смотри, нифига себе. Там еще и кракен, оказывается. Вау. Так. Так, а почему этот-то стоит Месси? Как ты мог? Так, ладно, а хорошо, мы к ним вообще прям вплотную подходим, это хорошо, это очень хорошо. Ребята, готовы? Так, тихо, 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 ух ты, блин. Отлично, отлично, замечательно прям. Тара. Это было очень тупо, потому что, конечно, конечно, у нее как раз, по-моему, урон-то, блин. Так, наших раскатали. Так, сижу в кустиках. Отсиживаюсь, молодцы, давайте, ребята, красавчики. Ой, раскатывайте, раскатывайте. Только проблема в том, что, блин, надо подарок хоть один скоммуниздить. 100%, ребята, 100% придется нам Воровайкиным быть. Почти взял, но, блин, тут, конечно. Так, у нас еще будет чуть-чуть времени. Чуть-чуть совершенно времени. Так, ребята, собрались, собрались.
2, 1. Блин, к сожалению. Есть. Плохо то, что мы по отдельности. Это вообще не круто. Блин. Блин, я двоих еще при том. Я мог вообще красиво все это сделать, но... Ой, ребята, 20 секунд, 20 секунд. Пожалуйста, мы должны это сделать. Давайте, ребята, блин. Ай, плохо. Сейчас еще... Если они выиграют, я вообще офигеть. Вы че, блин, фараон, ты че? Фараон вообще плевать. Я в шоке. А, ничего. Ничья, прикинь, они не докинули. Они не докинули. О, лохи, ой, лохи. Ну, как бы и мы лохи, но... Пипец. Короче, давай открывать подарочки. Давай открывать подарочки. Я уже не могу. Серьезно, я не могу. Готово, погоди. Итак, начинаем открывать. Я очень надеюсь, что сегодня нам получится выбить Би. Пожалуйста. Итак, открываем. Ничего. Давай до 5, как мы любим. Тут ничего нет. Ничего. Для дерева, кстати, прокачка есть. Назад. Давай. Так, даже бонуса нет. Ну-ка, отвернись, сучка. Так. Да ладно, блин, Спайк, да ладно! Твою мать! С обычного сраного бокса, с бесплатного? Это лучший просто Новый год, блин, в Brawl Stars. Офигеть, господи, да ладно тебе, я как? Я в шоке, друзья, я в шоке, ты понимаешь, Я хотел сегодня, блин, вы прикалываетесь, что ли? Ну давай еще большой ящик. Ну, а тут, конечно же, пацаны, а мне вот интересно, 5 гемов, мне интересно, А сколько сейчас шанс стал? После такого. 0.003. Блин, это очень мало. Это... Давай, один раз. Это... Я в шоке. Давай, я погнал. Блин, это же... Это офигеть! Это просто офигеть! Как это? Я ни разу не донатил в эту игру. Вообще ни разу. Наконец-то Легу забрал. Офигеть. Я забрал Легу, пацаны. Так. Довольно как-то интересно, конечно, он стреляет. Ну, вот на этой карте, я думаю, неплохо. Так. Олимпик. Олимпиец, аф. Итак, туда кидаем. Отлично, офигенно. Забираем Артемку. Артемка. Но мне, конечно, очень-очень не нравится, что... Все, его уже кокнули. Ульта просто супер. Кокс. Да вы че, блин? Красавчики, просто красавчики. Молодцы. Идите. Пацаны, вперед. Давайте. Так, исчезаем. Вот так вот. Шикарно. Просто шикарно. Блин, я слишком как-то увлекаюсь. Ну, понятное дело, это первый бой за Легу, но Спайк... Я не знаю, друзья, это вот напишите, это лучше Лего или кто самый лучший? Я на самом деле, я помню, мечтал о... Артемка! Блин,
Жалко шипы. Ай, ай-яй-яй. Ай, братан, братан. Черт, мы чуть второй не скоммуниздили. Опа, а наш-то подарок уже это? Того? А где наш подарок? Идеально. Пацаны, это просто офигенно. Просто офигенно. Шикарно. Мне капец нравится. Мне просто... Сейчас напишу в чат. Да, у меня спайк. Я просто в шоке. Как? Где мой клан-то, блин, клуб? Я вообще еще там состою. Капец. Сейчас. Капец, и это из бесплатного бокса. Я просто в шоке, пацаны, это просто супер. Поддержите лайком, поддержите просто лайком. Это супер серия. Ну что ж, друзья, на этом все, мы с тобой закончили.